Рабочее совещание в мэрии Воронежа впервые в режиме видеоконференции прошло с участием губернатора Александра Гусева. Обсудили завершение контракта на благоустройство первой очереди Петровской набережной. Сейчас подрядчик устраняет недочеты, проверяются документы. Одной из проблем является дальнейшее обслуживание таких объектов. И когда мы тратим деньги, а потом просто бросаем это все, да, и тратим сотни миллионов рублей на эти цели, а эффекты не достигаем, людей это раздражает. Мы с вами неоднократно на эту тему разговаривали и договорились, как я понимаю, надеюсь, что так оно и будет на самом деле, о том, что содержание общественных пространств в ваших бюджетах является статьей защищенной. В областном правительстве разработана методика по оценке затрат на содержание общественных пространств. Губернатор призвал глав муниципальных районов или пользоваться ей, или предложить свои изменения. В бюджете 2025 года эта статья должна быть защищенной. Мы не должны возвращаться к тому, что у меня нет денег для того, чтобы содержать построенный парк, там, не знаю, газон или что-то еще. В случае с Петровской набережной все понятно. После сдачи объекта он поступит на баланс муниципального предприятия «Зеленхоз».